Большая вода Хакасию так и не отпускает. Река Абакан успокоилась, а вот Енисей еще может преподнести неприятный сюрприз. В ближайшие сутки двое возможен подъем уровня в районе Подсинева. Саяно-Шушенская ГЭС постепенно увеличивает сбросы, и сейчас они достигают 4200 кубометров в секунду. А когда объемы увеличивают до 5000, происходит подтопление низменных участков. Река Абакан возвращается в русло. За минувшие сутки зафиксировано снижение на всем ее протяжении. Возле Абазы на 22 сантиметра, в районе Республиканского центра спад почти на 80. И подъема больше не ожидается. Потопленными остаются 27 приусадебных участков и 9 домов.